Всем привет! И сегодня у нас разоблачение лайфхака. На экране вы видите видео, где из колы, сиропа и бутылки можно сделать прикольную тянучку. Я решила это проверить у себя дома. Ну а что у меня получится, узнаем в конце видео. Итак, я беру небольшую бутылку, такая же примерно по размеру, как в видео, кока-колу. Классик. И вместо сиропа я буду использовать мед. Мед я предварительно немного растопила в микроволновке, чтобы он был более жидкой консистенции. Итак, я беру воронку, чтобы ничего не пролить, и буду наливать кока-колу, сверху мед и хорошо взбалтывать. Смотрим. Хорошенько взболтали, смотрим, что у нас появилось много достаточно пены, и я все это дело отправляю в морозилку на 9 часов. Продолжение смотрите дальше. Вуаля! 9 часов как 1 секунда. Итак, смотрим, что у нас получается. Открываю бутылку, и тут хлоп, пузырьки газа дают о себе знать. Пробую нажать на бутылку, чтобы что-то из нее вышло. Должна быть тянучка. Итак, нажимаем, нажимаем, нажимаем. И мы видим, что это просто замороженный лед. Никакой тянучки не получилось. На вкус, кстати, это приторно, сильно сладко. Даже самые заядлые сладкоежки не оценят такой рецепт. Ну а если хотите сделать щербет из кока-колы, то просто заморозьте кока-колу. Вкусно, но лайфхак не работает. Не отрицаю, быть может, я что-то сделала неправильно. Поэтому, если у вас есть идеи, что, как правильно приготовить, пишите комментарии. И здесь я беру маленькую емкость, чтобы все это содержимое вытащить из бутылки. Посмотрите, никакой тянучки. А очень жаль, лайфхак провален.